Привет, друзья, с вами снова новый посадовый совет. Мы сегодня находимся опять в моей тепличке для цитрусов. Но я сегодня вам хочу показать для цитрусов свои, а вот такое вот растение. Это авокадо. Очень интересное растение. Выросло у меня из косточки. И, если честно, даже сам не ожидал, так как посадил. Вот видно верхушечку косточки. Такую большую косточку, точнее даже не посадил, поставил сначала в стаканчик с водой на зубочистки. Но так растение, у нее эта косточка и не проросла. В результате я по весне просто ее втыкнул сюда в землю. Разумеется, косточка просвыкла, получала свой тепло, и через некоторое время я увидел росточек маленький, который со временем превратился в небольшое деревце, даже по боках пустил, точнее хочет пустить новые побеги. Очень интересное растение, особенно тем, кстати, что можно получить его плоды. Обоеполый, то есть цветки обоеполые, ну конечно лучше, когда будет перекрестное опыление, но когда нет второго растения, в принципе можно обойтись и одним без перекрестного опыления, так как цветки самоплодные. Это очень хорошо, так как тем более авокадо всегда взрослые растения и много ты их растишь, потому в принципе как бы чисто для удовлетворения своего интереса мне, в принципе, хватит и этого растения. Ну и так, друзья, теперь я хочу пересадить авокадо в отдельный горшок, так как мандарин и авокадо здесь, скажем так, жить не будут. Ну вот, друзья, я выкопал авокадо, вот такой вот у него корень, длинные, как видите, особенно центральный корень очень глубоко шел, как косточка лопнула. Ну, в принципе, нормально выкопал, подковырнул лопаткой, вот так с корнями, короче, точнее с землей зацепилась, в принципе половина земли на месте, ну грубо говоря, почти как перевалка. Вот, думаю, будет все нормально. Взял вот такой вот раскладной горшочек. Почему раскладной? Потому что вот подсклеивал разрезы. Я использую такие многоразовые крышки для того, чтобы было удобно вытягивать его потом методом перевалочки. Итак, будем устанавливать авокадо. Так, опа. Землю использовал, как всегда, в принципе, не сильно отличается землесмесь, то есть чернозем, компост, лесная земля и немного песка. Так же само сильно не заглубляю косточку, сажу так, как в принципе и был. Ну а потом, когда подрастет, пересажу ее чуть поболее. Немного прижать, чтобы корни сплицевались. Сейчас хорошо пролью его. В принципе, земля влажная. Но, тем не менее, все равно надо пролить.
Вот так вот, друзья. Я пересадил свои авокадо. Надеюсь, я увижу от него плоды. Ну, в любом случае, как декоративные растения, тоже очень интересные, красивые. Ну все, друзья, это все, что я вам хотел сегодня рассказать. До скорых встреч в новых видео. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, если вам понравилось. Всем пока!